Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в Саратове на стадионе «Локомотив», где сегодня пройдет матч 26-го тура МЛБЭТ первой лиги, в котором «Сокол» примет «Родину». Юрий Карпов дает стартовый свисток, и мы начинаем. Составы команд вашему вниманию. Начинаем мы с гостей. «Родина Москва», голкипер номер 16 Александр Корякин. Хорош в борьбе Николай Толстопятов, выдавливает мяч у соперника, контратака, пернатых, передача налево от Максименко, Бабаев, удар в ближний угол, Александр Корякин. С одной стороны, можно, конечно, голос поднять и поприветствовать сейв от голкипера, с другой, все-таки это был его угол, который молодой вратарь обязан держать. И борьба с гравитацией, которую осуществляют соперники. Гудков, здорово, Максименко пытается прострел организовать, неплохо, удар в ближний угол на месте, Корякин. И снова достаточно пассивно, словно зрители участвуют в этом эпизоде, защитники Родины. Состав «Сокола», голкипер номер 35-й Петр Косаревский. В центре обороны 3-й Заурбек Плиев. 28-й Павел Забелин, у него желтые, и об этом позже. Закидушка Сасину, ворот, удар в дальний угол. Просвистело, да? Или как в другой песне было сказано, если перефразировать: сантиметры превратятся в прошествии лет в киноленты. Не было положения вне игры. Классная передача на ход от Артема Максименко. Сасин выцеливал дальний угол. Браво, Ян Гудков. И дальше протыкает он сквозь двух соперников мяч на Максименко. И он минует Александра Клещенко. Максименко у ворот. Максименко, удар. Неужели Корякин спас и здесь? Или все-таки мяч свалился с ноги у Артема Максименко? 3-й железный голевой шанс для команды из Саратова. Подача от угла. Опасно. Можно бить и гол. 1-0. Александр Клещенко забивает гвоздь под перекладину ворот Петра Косаревского, показывая, что старое доброе футбольное правило, вечный закон, продолжает жить. Александр Клещенко, 1-0. Сериков меняет акцент, возвращая мяч правее. Артем Максименко, под него открывается партнер. Удар, Александр Корякин! Вот кто тоже крылья отрастил за последние несколько матчей. Великолепно смотрится Корякин. Далее к штрафной. Вот сейчас отличное первое касание от Артема Максименко. Убегает он от соперника. Прострел, рикошет и гол! Сравнивает счет саратовский «Сокол». 1-1. Предполагаю, многие из тех, кто этот матч смотрит с первых минут, даже если они себя не соотносят с «Соколом», скажут, что команда Алексея Баки по совокупности эпизодов на гол наиграла. Были какие-то вопросы о том, какой «Сокол» настоящий, об этом позже. Пока давайте подождем. Скидка, удар Юшина, Петр Косаревский! Классно отыграл Юшин. Корпусом подбил чуть-чуть соперника. Пространство себе под удар. Хороший матч для Родины. Прежде всего, с точки зрения возможности его изучить и понять, в чем требуется команде прибавлять. А то 4 победы подряд порой имеют обыкновение вселять уверенность в собственное всемогущество.